Неуправляемый грузовик с мороженым сбил 29 детей в Кыргызстане. ЧП случилось на празднике под открытым небом. Семеро школьников попали в реанимацию. Инцидент произошел в Сузакском районе Джалалабадской области. На кадрах видно, как фургон катится по склону и буквально сминает под собой толпу выступающих детей. В итоге пострадали 29 школьников в возрасте от 9 до 16 лет. 18 из них госпитализировали. Состояние троих врачи оценивают как тяжелое. Предположительно, машина была припаркована на холме. Водителя внутри не было.